6 лет продлился брак Тома Круза и Кэти Холмс. За это время у пары родилась дочь Сури. После развода Том общался с наследницей, заботился о ней. Но после того, как голливудский актер с головой ушел в саентологию, его как будто подменили, Том позабыл об экс-супруге и малышке. Несмотря на это, Сури ждет папу. Каждый год девочка надеется, что он придет к ней на день рождения, но этого не случается. В апреле Сури исполнилось 13 лет, Круз проигнорировал праздник. Девочка расплакалась из-за отца. Мама пыталась успокоить дочь, но ей это не удалось. Тогда Кэти решилась на откровение. Чтобы успокоить дочь, Кэти сказала, что Том Круз не является настоящим отцом Сури. Но девочка устроила истерику, требуя от матери имя своего папы. Холмс отказалась его называть. В знак протеста Сури перестала разговаривать с матерью, заявила подруга актрисы в беседе с изданием Star. Сури страдает из-за равнодушия Тома. Фото Legion Media. По сообщению западных СМИ, именно из-за этого Том не горит желанием видеться с Сури. Напомним, Кэти и Круз развелись в 2012 году. Тогда по решению суда актер имел право видеться с наследницей 10 дней в месяц, однако Том не стал пользоваться возможностью. По словам близких семьи Холмс, голливудская звезда не видится с дочерью с 2013 года. Напомним, помимо Сури, у Тома Круза есть двое приемных детей, дочь Изабелла Джейн и сын Коннор Энтони. Их Круз усыновил, будучи в браке с Николь Кидман. К слову, Кидман нелестно отзывалась о бывшем муже. «Моя беда в том, что я слишком любила Тома и старалась во что бы то ни стало угодить ему во всем. Когда ты находишься с ним рядом, тебя не покидает чувство, что ты недостойна его, что тебе крупно повезло быть женой самого Тома Круза. Такой культ личности он создает сам, так как у него чрезвычайно властный характер и неудержимые желания все и всех контролировать», признавалась она. Класс пост 661 055 подписчиков.